Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей. Это канал «Опыт Чудака». Сегодня название канала оправдает себя в полном смысле. Я не претендую на роль серьезного, правильного канала. Однако какие-то полезные вещи рассказываю, показываю. Кому-то это, возможно, понравится. Сегодня расскажу, как же сделать свои пяточки аккуратненькими и красивыми. Причем это можно сделать, конечно же, пилкой Шоль, там, пензой. Но вы знаете, пилка Шоль — это для девушек в ванночке, когда они сидят, отдыхают. Но я знаю, что это надо много раз тереть, там, на следующий день опять. Все это долго, муторно, неинтересно. Причем мужчины же тоже хотят выглядеть красиво, времени не хватает. А если живешь за городом, как я, то наверняка в доме имеется какой-то столярный инструмент. И вот в моем случае у меня имеется отличное приспособление. Электрический наждак. Все вроде бы выглядит экстремально изначально, но знаете, на самом деле принцип тот же самый пилки Шоль. Вот. Только все гораздо быстрее, проще. И, кстати, меньше пыли. Вот смотрите, такой мешочек очаровательный, пылесборничек вот у меня есть. И знаете, лучше всякой пилки Шоль. От пилки Шоль там летит в разные стороны всякая требуха и прочее. Здесь практически все на своем месте. Пыль остается там, где ей нужно. Вот смотрите, имеются вот такие вот некрасивые пяточки у меня. Потому что давно не занимался, специально для видео показываю. Вот видите, некрасиво это, неаккуратно, конечно же. Ну вот, а теперь смотрим. Делаем вот так вот. Что очень важно, результат достигается буквально за 5 минут. Главное следить, чтобы вот эта наждачка сильно не засиралась. Я так вообще рекомендую водичкой смачивать и на сырую тереть. Хотя пилка Шоль рекомендуется на сухую, соответственно, раз тут принцип похожий, то тоже надо бы на сухую, но мне больше нравится на сырую. Вот. Так что не знаю, ребята, смотрите, если кто не боится, так вот эта штука лучше, чем всякие передовые пилки. Это был канал «Опыт Чудака», меня зовут Сергей, фамилия Кузнецов, жду вас в новых своих видео, пока-пока.